Здравствуйте, мои прекрасные начинающие рукодельницы! Сегодня у нас с вами занятие будет посвящено столбику с накидом. Вот как он выглядит. Еще одна наша петелька, связанная крючком. Столбик с накидом. Итак, начнем. И как обычно, мы начинаем вязать косичку из воздушных петель. Вяжем 10 воздушных петелек. Вот мы с вами связали 10 воздушных петелек, и как мы знаем, что каждая петля имеет свою высоту. Для столбика с накидом нам для высоты необходимо связать еще 3 воздушные петельки, 3 петли подъема. Раз, два, три. И начинаем вязать столбик с накидом. Значит, 3 петли подъема это у нас пойдут вот, дают нам высоту. 4 петелька это основание для наших петелек подъема. Петли подъема, они же у нас и будут выполнять роль нашего первого столбика. Потом в вязании вы это увидите. Как мы вяжем столбик? Мы делаем накид на крючок, укалываем в пятую петельку от крючка. Раз, два, три, четыре, пять. Укололи. Захватили ниточку, вытянули, сделали высоту. Высоту, как вот эти вот 3 воздушных петельки, да, вот у нас должна быть такая высота. Это у нас столбик, он имеет высоту. И у нас 3 петли на крючке. Снова захватили ниточку, провязали 2 петельки. Снова у нас 2 петли на крючке. Захватили нитку и провязали еще 2. Вот он наш с вами первый столбик готов. Еще раз повторяем, делаем накид на крючок. Теперь мы вяжем в каждую петельку, как обычно. Укололи следующую петлю, захватили ниточку, вытащили, сделали высоту, да, 3 петли на крючке. Захватили нитку, провязали 2 петли. Захватили нитку, провязали еще 2 петли. И таким образом мы с вами будем вязать до самого конца. Thank you.
Вот нам с вами осталось провязать 3 петли. Раз. Два. И три. Вот какие у нас столбики прекрасные получились. Как мы их можем посчитать? Вот как я и говорила, что петли подъема у нас идут, считаются как столбик. Получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот мы с вами связали 10 столбиков с накидом. Переходим на второй ряд. Снова нам необходимо связать петли подъема. Раз, два, три. Связали. Перевернули на другую сторону. Да, у нас теперь каждый столбик располагается над столбиком. Вот наши 3 петли воздушных. Это подъем. Петли подъема соответствуют одному столбику с накидом. Делаем накид. Укололи следующую петельку. Косичку. Захватили ниточку. Вытянули. Сделали высоту. Захватили нитку. Провязали 2 петли. Накинули нитку. Провязали еще 2 петли. И так вяжем до конца. Провязали с вами 9 столбиков. Вот у нас наша первая косичка. Как мы вяжем столбик здесь? Делаем накид. Входим вот сюда, вот в эту косичку. Вот захватили одну ниточку. Да? Вытянули. Провязали 2. Провязали 2. Вот ничего сложного. И также мы будем делать в конце следующего ряда.
вот мы же практически довязали до конца наш образец. Провязываем 2 последние петельки. Мне немножко не очень удобно через камеру смотреть, поэтому так неуклюже получается. Вот, захватили последний, провязали. И теперь вспоминаем, что как мы заканчиваем, делаем еще одну петлю воздушную, вытягиваем ее, берем ножнички, разрезаем петельку пополам, длинную ниточку вытаскиваем, потянули за короткую. Вот наш образец готов. Теперь вы умеете вязать все петельки, умеете вязать воздушные петли, столбики без накида, полустолбики и столбики с одним накидом. Зная всего эти петельки, теперь вы сможете вязать различные изделия, что мы с вами и продолжим делать на следующем уроке. Будем вязать листик. Всем пока!